Типы одногруппников на лекциях. Спящая красавица. Может спать в любом положении. Голодный. Есть что покушать? Всегда хочет кушать. Отличник. Не пропустил ни одной лекции. Ты успел записать? Деловой. Постоянно решает какие-то вопросы. Алло, я не могу говорить. Ну сам продай эту машину, а прогульщик. Не был ни на одной лекции.